Рунет будет отключен от глобального интернета в течение 2 недель по информации авторитетного информационного издания в рамках принятого Государственной Думой в первом чтении законопроекта о суверенном интернете в России будут проведены испытания по временному отключению Рунета от глобального интернета. Целью учений станет поиск способов преодоления того факта, что большая часть корневых серверов, которые используются в России, находится в США. Успех в этом предприятии позволит обеспечить работоспособность российского сегмента интернета в случае вмешательства извне.